Что за ботва реально? Тысяча. Это очень круто. Так. Хорошо. Вроде ничего не запрятали. Да ёпперсты. Это мы знаем. Так, ну это понятно. А мы где вышли? А мы, походу, знаете, где вышли сейчас? А, ну все. Это что, там лифт ездит? Ну хорошо, я знаю, где мы вышли. Так, стоп, а вот эта вот дверка-то была открыта, не знаете? А, ну все, все верно. Ну, тут круги. Я-то думал, тут даже новые локации. Многие, кстати, не любят эту игру, наверное, потому что здесь нет открытого мира. Ну, ну же. Ё-моё. Вот не надо, не обязательно же во всех играх нужен открытый мир. Поэтому за других решать ничего не нужно. Все. Хотя нет, подождите. Вывод какой? Нафига нам вот эта штука? Если у нас... Вот эту лучше возьмем. Ну да, логично. Так, это у нас первое. Ничего. Так, все перезаряжаем, потому что я чувствую, там будет не очень крутое что-то. А именно... Давайте перелезь здесь. Блин, как-то здесь стрёмно немного. Чё за звуки, блин, а? А, кажется, я знаю, что тут будет. Я помню. Здесь, походу, эти... Быстро перемещающиеся... У них даже инициалы на посуде есть. Вот блин, а. Хм, ну да, ну да. Да нам не дадут дойти до туда. Ага, я так и знал. Так, делаем. Блин, ты чё ж за пипец-то, а? Так, продолжаем. Так. Ну, только не лагай. А чё делать, она сказала, блин, я чё-то отвлёкся. Типа она сейчас починит двери, по-моему, да? Не выходить, что ли, на центр? Судя по тому, что... Хорошо, давайте. Благо кино идет бесконечно. Ага, хрен вам, да? Ого. Хе-хе-хе. Пипец, вот это вообще. Вот ты зря высунулся, дружочек-то. Блях, мух, что я сделал? Стазис зря просрал. Ладно, он регенерируется, насколько я знаю. Он восстанавливается. Давай. Покажись. Это все, да? Once you're through, you'll go through the funerary wing of the church and down into the crypt. It's very important you not disturb.
No. No, Earth Cup can't land up in here. Not in here. Dana! Dana! Important that I want. Что важно? Так, брать стазис или нет? Или... Я не знаю, он восстановится сам. Просто я не знаю, я сейчас расходую один стазис. Я, получается, его расходую или нет? Так, нет, все, все правильно, сюда. Они, я думаю, с такой бешеной скоростью не дали бы мне. Все тут разминировать. Так, отлично. Фу, нормально, чё. Разобрались с перчиками с этими. Силовой узел. Того у нас их уже 3 штуки. Нормально собираем, я хочу сказать. Еще учитывая, видите, стазис остановился. Еще учитывая то, что их можно покупать. Блин, опять началось у меня. Что же за бред-то такой? Так, я сюда иду, да? Все правильно. Аптечка нам не влазит уже. Кстати говоря, аптечки не надо продавать, я так подумал. Их просто надо загонять в сейф. И тогда, если вдруг у нас с финансами в игре станут проблемки, мы будем... использовать наш... Я же здесь был, наверное, да? Да, да. И мы будем использовать, значит, имеющиеся в сейфе аптечки. Какой свет. Так, хорошо. Ну-ка. Блин, это же эти. Ой, у него на нем эти твари. Уроды, сдохните. Что же вы будете делать-то? Где вы? Офигеть, по стенам ползет. Бляха, еще и живой. Да, все, хана вам. Иди сюда. О! Кучненько, нормально. А, еще даже один остался. Креды. Кстати, что у нас там по кредам? 20 тысяч. Слушайте, маловато, наверное, нет? Ты так подумал? Текстуре залагал, наверное. Так, хорошо. Здесь у нас кредиты тоже. Да что бы все. 1200, нифига нормально. Это нормально. Это мы знаем. А это темка нам знакома. Как Айзек быстро поворачивается. Хоп. Хоп. Хорошо. Нормально здесь. Чё так долго-то? Блин, я же спугался. А, подождите-ка. А здесь заморозка, да, по-моему? Да-да-да, все, я угадал. И глава 5 у нас. Так, там ничего. Ну, давайте сохранимся перед этой главой. Так, хорошо, идем дальше тогда.
тут дверки достаточно долго открываются. Ничего за звуки, а?